Ну, а мы с вами идем лопуховой дорожкой, лопуховыми джунглями к Голубому Оку. И сейчас посмотрим, что это за место такое, которое посещает в год до 1 000 000 туристов. Еще здесь очень красиво. Вот прям красота, лопуховые джунгли какие-то. Я такого никогда не видела. Выстрица выглядит так. Налево. И быстрица так выглядит направо. Вот так выглядит голубой глаз. Ну что, мы наконец-то нашли родник, который называется Голубое Око. На самом деле, по дороге, я думаю, вы еще видите это в общем ролике. Безумно красивые лопухи. Я прям назвала это лопуховые джунгли. Вот небольшое место, в принципе, для купания. Нельзя якобы купаться, даже есть табличка. Но гиды абсолютно все говорят о том, что возьмите купальники, обязательно покупайтесь. И если вдруг вы будете прыгать, а прыгать можно вон с того как бы балкончика, и ребята у нас из группы сегодня прыгали, то на самом деле прибегает обязательно кто-то.
якобы переживает. И, собственно, почему? Потому что там бьет родник, он глубиной 50 метров, и он сразу выпихивает на поверхность, и в ту сторону несет вода уже идет, речка Быстрица называется. Вот. И, соответственно, гиды сами рекомендуют, если вы таки спрыгнули, то гребите вправо, потому чтобы вас не отнесло. И наш режиссер сегодня прыгал с GoPro-шкой, и он так хорошо начал нести, он просто прослушал эту рекомендацию. Поэтому, если вы здесь будете, у вас не будет гида, обязательно помните о том, что даже если вам придет в голову прыгнуть оттуда, гребите вправо. Идемте дальше смотреть нашу потрясающую, странную, нестандартную Албанию. Вот такая территория, стоянка, есть бар. И вот кто бы мог подумать, что эта речка так несет. Thank you.